вышла новая версия российской электроприставки, которая превращает обычную инвалидную коляску в самоходную. Полтора года назад ее создатели Николай Юдин и Сергей Костеневич вошли в число победителей шоу стартапов на НТВ и получили приз – 20 миллионов рублей на доработку опытного образца. И вот работа сделана, и ее результатами уже пользуется, например, москвичка Алина Швецова. Она довольна. Приставка совместима с колясками базового типа. Просто и быстро крепится, весит чуть больше 5 килограммов и позволяет разгоняться до 16 километров в час. Все органы управления – газ, тормоз, кнопки клаксона и фонарика – находятся прямо на руле. На зарядку уходит около 3 часов, а запаса хода хватает примерно на 15 километров. Нажал на кнопочку, и уже в другом конце места, там, где, куда тебе нужно. А если без нее, то это, конечно, и энергозатратно для самой себя, и, в принципе, не особо удобно. В первую очередь, это весело. И мне, и людям окружающим, то есть они смотрят и улыбаются. Цена, правда, 90 тысяч рублей, оказалась выше, чем планировалось первоначально. Впрочем, западные аналоги все равно стоят минимум вдвое дороже. Наша с Алиной оценка 5 звезд. Нужная штука.